давайте в целом подведем итоги сезона. Насколько тяжелым он выдался для столицы, учитывая игру в Кубке УЕФА, Кубок Беларуси? Ну, мы провели ровно 50 игр, с учетом еще Суперкубка. Ровно 50 официальных игр. Это, наверное, достаточно много. Не может команда пройти весь сезон ровно. Все игры официальные, они важны. Никто с нас задач не снимал ни в каких турнирах. Вот, поэтому, наверное, с одной стороны, можно назвать сезон неудачным, потому что мы не завоевали ни один из трофеев, мы проиграли в Суперкубке, мы проиграли в Кубке Беларуси и не выполнили задачу стать чемпионами. Здесь надо сказать, что помимо того, что да, у нас были кадровые проблемы, но не хватило мне тренерского мастерства для того, чтобы подводить команды, свою команду в наилучшем состоянии к решающим играм. С другой стороны, наверное, это такое количество игр. Первый раз играет столица. При всем при этом, наверное, можно сказать, что достижение – это выход в элитный раунд Лиги чемпионов, хотя там мы тоже могли выступить лучше. Ну и хочу сказать, что все-таки и финал Кубка, вот, и игры за третье место – это тоже определенное достижение. Нельзя сказать, что этот настолько уж провальный сезон, хотя я еще раз говорю, что те задачи, которые перед нами ставились, за исключением выхода в элитный раунд Кубка УЕФА, мы не выполнили. Главный вопрос, наверное, в сегодняшнем интервью. Вы остаетесь на следующий год? Ну, с руководством были определенные разговоры, встречи. На данный момент – да. На данный момент меня заверили, что дают мне еще один шанс. Поэтому постараюсь его использовать, конечно. Еще раз скажу, что где-то я не доработал в каких-то моментах, раз мы не выполнили те задачи, которые ставились перед нами. Андрей Валерьевич, спасибо вам за сезон, спасибо за эмоции, за борьбу. Рад был вас видеть. Спасибо большое со своей стороны, от себя лично, от лица команды. Хочу большое спасибо сказать нашим болельщикам. Постоянная поддержка, что дома, что на выезде. Люди переживают, болеют, спрашивают, переживают искренне. Поэтому мы, конечно, постараемся вас не расстраивать и не подводить в следующем году. Спасибо вам большое.